Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин, и мы продолжаем проходить Wolfenstein The New Order. Прошлая серия буквально взорвала наше спокойное состояние, нашу тихую жизнь и абсолютно спокойные игрушки, буквально кинув нас в гущу самых событий этого бешеного боевика. Я, кстати, извиняюсь, я прошлой серии абсолютно не поглядел, у меня, оказывается, стояли... Графика стояла на среднем уровне, я сейчас поднял все до максимума. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас к чему дальше. У нас нужно нам найти зенитки. Давайте искать, как к ним пройти. Пока что непонятно. Так, какой туннельчик. Так, здесь. Вроде никого. Чё, морг, что ли? Так, возьмем аптечки. Так, гранаты у нас под максимумом. Боже мой, здесь трупы лежат. Охереть. Каска. Золотая медаль. Так. Куда-то мы прошли. Так, посмотрим по карте. Пока, честно, я вообще не понимаю. Ё-моё, да мы вернулись в то место, где мы здесь уже были. А на кой лях мы вообще сюда шли тогда? Так, тут я что-то упустил, что ли, не? Взяли еще патроны. Здесь тоже вроде бы все взяли. А, вот у нас есть. Я, кажется, понимаю. Так, ну что, давайте попробуем. Если я все правильно, ну, примерно понимаю, нам нужно вот так поступить. Так, нет. Угу. Помогло? Нет, не помогло. А я уж думал, нужно взорвать и пройти. Так, здесь, значит, никакого прохода нет. Ну, пошли в эту сторону теперь. Я, правда, по-моему, в прошлой серии здесь уже немножко ходил. Аптечки. Так, там он какой-то подъем наверх. Нет, не подъем. А, вот же лестница. Ну что я туплю? Так. Ну что, выходите. Хоть по одному, хоть толпой всех положу. Так. Ого. Нас заметили. У-у-у, какая толпа, посмотрите, а. Там, походу, я какую-то гранату или что-то взорвал. Давайте перезарядимся. И второй перезарядим. Походу не получилось гранату не кинуть. Так. Ну что, собираем главные броники сейчас все. Там каска какая-то лежит. А, есть, дотянулись. Так. Приблизились мы там, нет? Ну, главное, примерно идем вроде в правильном направлении. Давайте все обыскивать. Так, что у нас тут? О, броник. Так, здесь тоже вроде все. Ну что, только наверх идти. Так, я хотел сейчас посмотреть уровень сложности. Можно ли его изменить? Игра, управление, звук, графика. Уровень сложности. Да. Потому что, ну, реально очень легко. Сейчас, конечно, я сглажу, и сейчас меня начнут убивать, я вот прям это чувствую. Ну, если что, мы сложность обратно понизим. Так. Пока никого не вижу.
Там тоже. Там он что-то светится. Эх. Чуть руку поправил, а то как-то не удобно же. О, зенитка. Да идите вы в баню. Немцы. И фашисты. Есть. Так, все что ли? Ты. Вот ты зараза. Получи. Давай сейчас. О, походу он меня заметил. Валим нахер. Валим, 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 валим. Что-то мне еще хочется подальше даже убежать. Так, ну что, ты будешь стрелять, нет? Так, что, еще постреляем в него? Держи. 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 Ладно, все. Теперь точно валю отсюда. Так, смотрим на карту. Здесь мы выполнили все, что нужно. А теперь вон туда по коридору. Вообще, просто одурить. С чего они это сделали? Они что? С Дарт Вейдером скрешились, что ли? Просто охренеть можно. Вот уж чего-чего в Вольфенштейне я не ожидал. Так это... Вот этих всех роботов и прочих. Так. Мечта фюрера. Принести человечеству мир. Ладно. Сейчас не будем заострить внимание на всех этих чтениях. Это если нужно, вы сами прочтете. Опа. Так, это что такое? Я не знаю, зачем я это делаю. Они все равно поднялись. Походу мы где-то что-то опускаем, поднимаем, не знаю. Ну, ладно, сейчас узнаем. Сейчас узнаем все. Пошли наверх. Так, народ. Не умеешь ты за углом, я честно скажу. Так, кто еще? Кто стреляет? Там какая-то толпа их прям такая. Сейчас перезарядимся. Аптеченьку взяли. Еще аптеченьку. Че? Да что вы, ногу больно знаете. Вроде пока больше никого не видно. Так, ну что, делаем обыск? Там кто-то идет. Шаги слышал чьи-то. Да, вон он. Все, лег? Не, я только живой. Ну давай. Ну, на этот раз вроде бы все. Тут у нас ничего такого интересного. Так, здесь у нас какие-то казармы. Походу, здесь они отдыхали, спали. Их подняли по тревоге. Вообще слабо представляю, где я сейчас нахожусь. Даже на каком континенте или вообще. Ну, может быть, я пропустил этот момент. Но, тем не менее. Так. Не-не-не, ребят, вы к этому оружию никто не подойдете. Хедшот. Так, следующий, следующий, следующий. Куда идти? Перезарядимся. Смотрим еще раз трупаки. Локации, в принципе, довольно неплохо все сделаны. Прям
Так, по-моему, здесь дорога только одна. Был какой-то вопросик там, непонятно зачем, что-то можно было взять. А, там я пускал, поднимал вот эти вот рычаги. Я так и не понял, зачем они нужны были. Ну, наверное, что-то полезное могли сделать, либо открыть какой-то секрет, скорее всего. Ульфенштейн своими секретами всегда тоже был очень известен. Так. Отвлечем на себя эту тварь. Да ёптёрный ты баба. Кто стреляет-то? Вообще народ ополоумел. Пошли вон. Так, еще раз давайте попытаемся дотянуться. К сожалению, это оружие так не поворачивается вправо, чтобы пострелять вот этого вот хреново робота. Так, ну идти нам только сюда, в принципе. Здесь сейчас все осмотрим. Расчистить путь. Так, это мы все поняли. А, расчистить путь. Наверное, зениткой имеется в виду. Здесь мы не пройдем. Там сзади никого нету. Да вроде нету. Так, ну чё, поворачиваем. Готово. Погнали. Тут никого. Бегом, 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 бегом. О. Успокойтесь, ребята. Реально успокойтесь. Так. Подобрали все, что могли. Так. Там что, динамит надо закладывать или что? У меня вроде, я не знаю, динамит с собой сейчас нету. Свали, свали от меня. Подколол. Давай, давай, давай. Фу, меня эта тварь слегка испугала. Pay attention, beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing, you nothing bastard? Private gate, sirs. Report for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You're right there, kid. Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Так, ну, походу начинается прям клуб Дизи. Are you lazy, we roast? Вставай, вставай. No fucking Sunday church walk. Come on. Open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors. We
find Death's Head, and we shoot him in the head. Время Рони. Черепу. No pressure, lad. Так, так, так. Так, начинается, походу, тир. Да нормально, нормально, нормально все. Побыстрее, ну как-то ползти. Жопа обстановка. Убнись. Аптечку схватили из окна. Как предусмотрительно там было оставлять. Урод. Так. Куда в окошко лезть? Налево парни зарубали. Кто? Так, ну что, опять я один остался. Так, куда идти непонятно, карты нету. Так, ну, туда идти, судя по всем отметинам. Ну, пошли. Так, так, так. Тут ворота. Противовес. Наконец-то открыли ворота. Да, давайте, заходите, заходите. Мне одному здесь реально некомфортно. Так. Что дальше? Куда? Сюда нет. Так, эти ящики бьются. О, не зря ударили. Бедный парень. Так, ну а мне теперь куда? Так, сюда. Нет, я отсюда и пришел. Я здесь и был. Ну, мне походу туда все-таки куда-то надо. А, понял. Вот это проходы. Кто-то здесь аптечку забыл. Так. Где второй пулемет? Уйди, уйди, уйди от меня. Идите, псины хреновые. Вот, мне вас еще не хватало до полного комплекта. Уроды. Тревога, говорите. Да она тебе в руку, козел. Блин, лезут, а? Ладно, пойдем на прорыв. О, старые знакомые коридоры. Еще классического Вольфенштейна. Там, походу, офицер был. Да. Не знаю, как отключать здесь тревогу. Тоже какая-нибудь кнопка на стене. Так. Откуда? Так,
Убираем со всех все, что можем. Все, что можем. Офицер. Еда. Глушительный пистолет, гранаты. Так. Ну, походу вниз. Так, тут аптечка где-то была. Господи, даже можно собачий корм съесть вообще. А тебя, наверное, жить захочешь и его захаваешь. Так, пули. Так, бронежилет надо, конечно. План есть. Теперь, по крайней мере, понятно, куда идти. И на том спасибо. Так, что здесь? Закрыто. Я не знаю, что такое. Какая-то газонокосилка на масле. Стоп. Да я здесь уже был. Надо искать отсюда, как куда-то пройти. Здесь прохода тоже никакого нету. Хм. Ладно, я где-то что-то упустил. Где-то, наверное, здесь еще и будет проход. Здесь мы были, здесь мы тоже были. Вот. Сразу понятно, где мы не были. Иди, уродина. Ненавижу псин этих. Быстрые заразы. Так. Давайте сюда пройдем сначала потихонечку сейчас. Можно, конечно, прокрасться, но мы избрали путь берсерка. Рыцари какие-то тут странные стоят. Мне кажется. О! Что-то нашли. Тоннель. Ладно, сейчас здесь до конца пороемся. Здесь что полезного найдем. Здесь винтовая лестница наверх. На карте пока не сказано, куда она... обнаружен сигнал. Там тревога, понятно. Нет, туда мы не пойдем, значит. Мы пойдем сюда. Я не знаю, куда это ведет. Слышите это? Спокойно, аккуратненько. Оберфюрерштрассе. Так. Угу. Фрагменты кода нашли. Так. Судя по всему, там псины. Уйди, пошла. Так, перезаряжаемся. Опять псины, ненавижу. Ненавижу псины. Ну. Так, ребята, быстренько отвалили от меня. О, это я неудачно вышел. Меня оттуда стреляет офицер. Так, тут есть еда. Еда, 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 еда. Все подбираем. Все, что только находим. Еда, выпивка, аптечки.
патроны максимум. Делаем обыск. Так, патроны. А, броник нужен, нужен броник прям. Где вы вообще лазите? Почему я здесь один? Даже собачью хавку затрепали. Так, что здесь? Ничего полезного. Здесь можно пройти? Нет. А куда? Куда? А, здесь должен быть какой-то спуск. Нет, я оттуда пришел. Вот тот зал. Там был какой-то проход. Казалось, что здесь что-то есть. Ладно. Здесь, может быть, будет какой-то проход. А, вот. Тихо, братуха. Спокойно, спокойно, спокойно. О, я тут прям тут живая мишень. Так, вроде все. Тут больше никого не вижу. И что у вас там происходит? Чё же вы такие все беспомощные-то, а? Так, так. Как же не без ближнего-то боя. Так, нам, судя по всему, надо торопиться. Нашим там очень-очень хреново. Да тут есть оружие такое. Сейчас их поломаю. Поет, что ли? Кто? Кто? Откуда еще? Откуда? Я не вижу. Сейчас мы всех положим. Откуда стрелять? Сверху, за угла, да? Вылазили. Смотрите, как графика все-таки клевая. Не скажу, что, конечно, прям последнее поколение, но смотрится очень достойно. Затопаю, топаю. Ломаем ящики. Патроны по максимуму тоже все. Так. Охренеть, посмотрите, горы трупов. Просто какой-то пипец творится. Ага. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir! Maybe you can use this to pry it loose. Ты мне еще в голову бы ее кинул. Go to church every Sunday? Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment. Я бы после такого, наверное, бы начал в церковь ходить.
Давайте, народ, уже перебирайтесь. Ох, чувствую, я нормально не перепрыгну. А, давай тащите, ребят, затащите, затащите, мне тут некомфортно. Вот, ёп, твою налево. Игра вообще не дает заскучать, просто вообще не дает. Час от часу не легче, просто опять куда-то свалились. Что же это такое? Ё-моё, это что такое? Серьезно, какие-то опыты ставили, просто какие-то опыты ставили, людей разрывали, просто на части. Вот это мы здесь попалились. Ёпка налево, давайте, ребята. Ребята, открывайте. Я тебя убью сейчас, блин. Хакер хрена. Давай, ключ. А? Да я понял, понял. Все, 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 ключ есть, есть. А этого кто-нибудь будет спасать? Конечно же, я. Давай, 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 давай. Бедный парень, без глаза, теперь еще ноги сломал. Фу, да. Что за хуй? Ты какой-то суперсолдат. А второе можно зарядить? Я бы в глаз того, что не стрелял. О, старые добрые суперсолдаты. Просто в мясо. А, пипец какой-то. Бедный чувак. Еще одного убило. Пулемет. У меня осталось только это оружие и все. Кто-то идет. Ну, я сомневаюсь, что это друзья, правда. Мать твою. Это череп. Да. Нас стараются сделать блины. Нет, 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 нет. Неужели это все? Снова и снова. Что же случилось-то? Меня обыскивают. Просто жесть. Ох ты ж урод. Древний урод. Грохнуть тебе.
Конечно, не знаешь. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. Хрен, я тебе пригожусь. Только не надо сейчас моих тут этих убивать. I like the eyes on this one. Don't you forget about them. Кто-нибудь пулю ему в лоб прям. Прям вот промеж ему зрачков. Not this one. Somebody broke it already. Зачем ему глаза нужны, а? Ты что делать собрался, говно? Я не собираюсь никого выбирать. These two varieties would best support my research. I have inadequate room for samples. Should you decline my appeal, I shall have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I would make this simple. All you need to do is look to the one would have me dissect. Выбирать секции. А можно не выбирать, ребята? Я не хочу выбирать. Go on, Captain, make a choice for me. Бляха. Кого выбрать, я не знаю. Я и не хочу выбирать. Да что же вы делаете, ты уроды? It's a good trait. Mine is patience. I have an endless supply. I wonder which will prevail, your stubbornness or my patience. The task is simple. Да не буду я выбирать. Иди ты в жопу, кусок ты говна лысого. Тебя выбираю, себе это воткни в глаз. Говно. Бляха, ты за ногу, а? Уйди, пошел. Я не собираюсь никого выбирать. Ну вот козёл, он обоих убил, всех убил. И меня тоже убил. Вот говно-то, а. Короче, варианта не выбрать никого такого здесь нету. Игра заставляет нас пойти на какие-то жертвы. Я выберу вот этого. An astute selection. Young, unspoiled, fresh, tender samples. Fatty tissues intact. You will save me, won't you, sir? I know you can do it. Sir! Вот урод, а. General Deathhead. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I've never seen true cruelty. Until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. Я тебя найду, урод. Я тебя не просто найду, я тебя уничтожу. Я порву твою жопу просто как... Я не знаю что. Давай, давай, мужик, давай. Давай, ползи. Они тупые, они очень тупые. Давай. Сунь куда надо ему эту палку.
Ай-яй-яй, нет, нет, нет. Становится слишком жарко, слишком, слишком жарко, слишком. Что? Давай, наручники, наручники, снимай с меня. Странно, как наручники, конечно, сломались, но... Да. Замыкаем. Замыкаем, замыкаем. Да что ты будешь делать? Специально стороны все перепутаны, все движения просто перепутаны. Твою же ж мать, а. Это ж надо. Ну что, давайте наконец-то закончим эту серию. Серия была очень жестокая. Это, таким вот образом у нас начинается Wolfenstein The New Order. Это была первая глава. Я так понимаю, вообще, честно, игра на самом деле пока что меня сильно впечатлила. Да, конечно, такое тупорылое месиво, но все-таки. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Давайте, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, давайте.